100 малышей готовятся встретить новый детский сад «Росток» в микрорайоне Южный областного центра. Одним из подарков детям станет настоящий огород с полезной зеленью и цветами, который разбили на прогулочной территории возле здания. Этот детский садик не случайно носит название «Росток». Одна из основных идей коллектива – дать юным воспитанникам экологическое образование и привить любовь к природе. Причем теоретические знания обязательно должно дополнять участие в самом процессе. Научить их, как ухаживать за землей, рыхлить, поливать, сажать семечко, потом наблюдать, как прорастает это зернышко, да? Наблюдать за всем за этим, это колоссальное удовольствие доставляет. В создании зеленого уголка помог социально ответственный бизнес. Специалисты компании «Леруа Мерлен Тверь» смастерили и установили деревянные грядки, привезли питательный грунт и посадили первоцветы, которые порадуют детей и воспитателей весной. Каждая грядка будет закреплена за одной из 5 групп. Здесь дети будут ставить свои первые экологические эксперименты. Идея такого сопровождения детского садика витала очень давно в воздухе, и мы рады, что к нам обратился детский садик, наши соседи, что это по географическому расположению, с тем, чтобы помочь организовать такой огородик для детей на территории детского сада. Я думаю, что это очень важный аспект образовательный, и, конечно, с точки зрения экологии, они будут понимать, что наша планета без зелени, она никуда не сможет дальше развиваться. В планах совместное проведение на территории огорода игровых занятий, а также мастер-классов с участием профессиональных экологов и агрономов.